Казанский федеральный университет совместно с Российской академией наук в очередной раз стал организатором ежегодного международного форума «Ислам в мультикультурном мире». Форум стартовал 14 октября и продлился неделю. Тему продолжит наш корреспондент. Форум «Ислам в мультикультурном мире» проводится Казанским федеральным университетом уже 11 раз. Основной целью форума является объединение научных сил, занимающихся исламской проблематикой. В этом году в рамках форума большое внимание будет уделено таким темам, как перспективы экономического взаимодействия России и исламского мира, противодействие распространению идеологии экстремизма в молодежной среде, психология в мультикультурном контексте, миграция и урбанистика. Наш традиционный форум, уже 11 по счету, проходит в Казани на базе Казанского федерального университета и объединяет вокруг себя все научное сообщество, связанное с изучением арабского мира, исламского мира, в целом востоковедения. И на сегодняшний день это наиболее значимый форум на территории Российской Федерации, стран СНГ. Партнерами Казанского федерального университета в организации форума в очередной раз стали Институт востоковедения при Российской академии наук и группа стратегического видения России и исламский мир. Большое количество мероприятий, тем не менее, Казанский федеральный университет четко придерживается необходимых мер, и большое количество мероприятий проходит в гибридном формате, то есть речь идет о том, что и наши партнеры подключаются как онлайн, так и приехало значительное количество специалистов. Форум продлится до 22 октября. По традиции на площадке форума будут приведены данные мониторинга «Исламский радикализм в субъектах Российской Федерации», а также состоится международная конференция «Россия-Африка. Политика, экономика, история и культура». Роберт Хасанов, Александр Кузнецов, Универньюз.